Доброе утро! Тут у нас вот такой скромный завтрак. На скорую руку все, что было. Нужно закупить продукты, да, Сабина? Да. Ну что, приятного аппетита! Приятного аппетита! Всем привет! Мы сходили с Сабиной в магазин, потому что наш холодильник пустой. Целую неделю мы утром только завтракали. И обед и ужин мы обычно ели в кафешке. Вот. Иногда, конечно, мы дома ужинали, но это была обычно покупная еда. Итак, мы купили фарш, куриное филе, творог, 20 штук яиц, кабачок, картошечка, огурчики, черешня. Я надеюсь, что она вкусная. Бананы, картошечка, хлебцы, помидоры, йогурты, капучино. Мне нравится Якобс. И мы сейчас будем есть наши бомбочки, мороженое. Вот так вот. Сегодня воскресенье. Какое число? 14 июня. Вот. Решила приготовить манты. Тут еще готовится. Вот. Вот такие вот получились мантушки. Вкуснятина. Приятного нам аппетита! Оделись потеплее. Наш автобус подъехал. С гимнастики идем домой. На улице дождик. Начался дождик. Блин, как бы белые кроссовки не замарать. Да, Сабин? Да. Слякоть. Дождик, дождик. Сегодня очень-очень холодно, да? Всем привет еще раз. Мы сейчас идем на работу. С утра в 7 часов я проснулась. Мы должны были ехать на гимнастику, но был очень сильный ливень. Прям дождь был конкретный. Было холодно, не хотелось никуда выезжать, выходить. В общем, открываю WhatsApp, и оказывается, тренер написал в чат, что тренировки будут онлайн. В связи с этим карантином снова делают ограничения. В общем, Сабинка тренировалась дома по программе Zoom. Вот. И мне пришлось свою работу по времени чуть попозже поставить. Вот сейчас мы идем на мою работу. Поработаем. Потом нам нужно зайти в канцелярский отдел. Там мы хотим посмотреть шпажки, да, называется? Да, в общем, скоро мой день рождения. И мы тут нафантазировали, какие будем делать закусочки. Да, вот. В общем, не знаю, слышно меня или нет. Ведь, Сабиночка, как дела? Нормально. Нормально? В общем, только мы начали радоваться, что ходим на гимнастику, как тут ситуация опять непонятная. Вот. Мы ездим совсем в другой зал. Нам бы туда не хотелось, неудобно, но приходится. Вот такие вот дела. Мы оделись тепло, что реально холодно.
Вот такой вот у нас лучок. Спортивный, да? У нас в запасе есть время, поэтому мы зайдем в наш любимый канцлер. Кто смотрит наши влоги, тот знает. Я показывала классный канцелярский отдел. Короче, мы идем куда? В Керуя. В Галамарт. Хотим там посмотреть кое-что. Ну что, что? Шпажки эти не можем найти, блин. Ну и для дня рождения что-нибудь такое интересное, чтобы как-то оформить красиво. В общем, посмотрим. Солнцик такой леопардовый. Не парься, мамочка. Папа гауман. Крутой блогером собираюсь быть, да? Тебе? Телефончики. Телефончики? Короче, хотим взять вот это вот. Смотрите, какие классные. И здесь вот такие вот надписи есть. Самая лучшая, самая красивая красотка. Цена вот 549, недорого. Мы вот это вот возьмем. Сабинка тут примеряет всякие шляпы. Короче, мы берем вот это. Будет красиво, интересно фотографироваться. Вот. Мы хотели вот такие вот шпажки, но они вот в виде вилок, мне такие не нужны. А здесь в упаковках совсем мало, а мне нужно много-много вот для закусок, поэтому это отпадает. Так, коробочки всякие. Вот тут есть еще вот такая тематика. Вот такая. А, это тоже такая же. О, видите? Красиво. Вот, смотрите, я здесь из-за торта. Ну и по цене они очень-очень доступны. Смотрите, здесь для оформления свадеб, торжеств. Видите? Свадебный лент. Такие вот фигушки есть. Вот даже для праздников есть вот такие вот даже перчаточки для образа. Вот такие вот. Вот здесь всякие очки есть. Видите? Вот такие вот масочки. Вот такие вот ободочки есть интересные. Вот. Для детишек. Вот такие вот шляпочки есть. Так. Вот эти. Берем. Шарики тут есть.
мяу-мяу. Вот, пока что выбрали вот это. Диалушка. Мы находимся в Леонардо. Сабиночка с гимнастики. Тащу ее обруч. Ну как, гимнастика прошла? Нормально. Погода ветреная. Так, быстренько покажу, что мы купили. Вчера мы заходили в отдел Леонардо и взяли вот такие вот, как она называется, набор для праздника. Вот, интересно будет фотографироваться. Наконец-то нашли вот такие шпажки. Так, свечки. Это рулон, как она называется, чистить, в общем, как скотч. И запаску тоже взяли. Так, здесь у нас салфетки вот такие вот взяла. И для сухой и влажной уборки. В общем, белые две штучки. Хочу посмотреть. Для запекания. Шпроты. Будем делать тоже закусочки. Две банки кукурузы. Голень. В общем, голень. Так, кетчуп, потому что мы будем делать манты, огурчики, шоколадки. Здесь мы хворост немножко уже съели. Сорти, ну, то есть гель для мытья посуды. Сразу три взяла, потому что был со скидкой. Губочки тоже были со скидкой. Ну, тут у нас тампоны и 10 штук упаковка туалетной бумаги. Ну, в общем, пока все.